Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Realme GT Master Edition. И сейчас я вам покажу, как на этом устройстве включить режим «Не беспокоить». Для этого мы открываем телефон, то есть разблокируем телефон. Нажимаем на кнопочку «Настройки». Затем спускаемся вниз и нажимаем «Звуки и вибрации». Опять спускаемся и нажимаем на кнопочку «Не беспокоить». Здесь можно этот режим, во-первых, включить, во-вторых, настроить. Можно по расписанию, чтобы он сам включался и выключался. Вы можете настроить, какие сообщения будут появляться, какие нет, где. То есть в строке состояния будут или не будут. Если серым обозначено, значит не будут. Давайте вообще все отключим, абсолютно все. Абсолютно сообщения ни от кого пускай не будем принимать. А можно пускай будем принимать сообщения. Нет, давайте сообщения ни от кого, а вызовы только от избранных контактов. Вот. Кто такие избранные контакты? Избранные контакты — это те, которые у вас есть во вкладке «Избранные» в вашем телефоне, то есть со звездочкой. То есть, например, вот тут есть контакт «Dad», то есть «Папа». Как мы сделаем его избранным? Нажимаем на звездочку, и теперь он появится в избранных. Вот так вот. Ну а потом, когда вы один раз настроите режим «Не беспокоить», его всегда можно включить и выключить, нажав на кнопочку полумесяца в шторке быстрого доступа. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. До свидания!